Одеса видатному маестро. Національний хор імені Григорія Варьовки представляє концерт реквієм пам'яті народного артиста України Анатолія Авдіївського за участю симфонічного оркестру і солістів Одеського театру опери та балету. Музичні шедеври світової та української духовної музики. 21 березня. Театр опери та балету. Квитки на e-tickets.ua та за номером 772-33-72. Живий звук. Здравствуйте. Вот такое неожиданное начало. Но неожиданно тем, что хор Веревки, имени Веревки, в национальных костюмах на этом ролике поет реквием Моцарта. Гениальное произведение, вошедшее не просто в сокровищницу музыкальной культуры мира, а являющееся, пожалуй, одним из трех, может быть, двух, а может быть, единственного произведения, которое стало всемирным, просто всемирным, который с трудом, правда, исполняет хоровые коллективы всего мира. И всегда это очень впечатляюще, очень красиво. И лучшие дирижеры мира боятся, честно говоря, реквиема Моцарта, потому что это сложно дирижировать. Сочетание оркестра и хора – это очень сложно. 21 марта в оперном театре состоится концерт «Реквием», так назвали его авторы, памяти Анатолия Тимофеевича Авдеевского. Я не буду перечислять все его звания, потому что он и герой Украины, и академик, и народный артист, понятно. Его уже нет с нами. Он основатель, один из основателей этого хора. И, что, наверное, немаловажно, выходец из теперь Академии музыкальной, а в прошлом Одесской государственной консерватории. Поэтому в преддверии этого концерта я пригласил в студию, ну, будем говорить, одного из ведущих преподавателей консерватории по хоровому дирижированию, можно сказать, хоровому дирижированию, да? Правильно? Да. Доцента, кандидата искусствоведения, лауреата международных конкурсов Нину Георгиевну Заболотную, которая и, точнее меня, и лучше меня, честно говоря, расскажет и о предстоящем концерте, и об истории хора, и о его до недавнего времени главном дирижере и вдохновителе, будем так говорить, профессоре Авдеевском. Итак, что нас ждет? Неожиданность, потому что в украинских костюмах петь реквием Моцарта несколько странновато, прямо скажем. Вы совершенно правы. Это удивительное сочетание национальной культуры и западной высшей классической музыки. Охарактеризовав «Реквием» как одно из выдающихся произведений мировой культуры, вы совершенно правы, потому что, между прочим, в 2000 году Моцарта ЮНЕСКО признала по совершенному опросу среди слушателей, зрителей и так далее первым композитором двух тысячелетий. Конечно, это произведение одно из самых знаменитых, и поэтому еще в какой-либо рекламе это абсолютно не нуждается. Это действительно мировой шедевр. Это первый момент. Второй, вот то, что его исполняет хор «Веревки», хор национальный, украинский, который привык петь замечательным душевным украинским звуком, таким, который вот открывает сердца, который открывает какие-то тайные, секретные, там какие-то коды внутри нас. Все-таки как он может петь такую сложную академическую музыку? Две крайние части, двойные фуги с такими прозрениями в космос, понимаете? Серединки, там тоже знаменитые и лакримоза, и рекс тремендо, и диес ире, части этого реквиема. То есть то, что это делается крайне редко, вы абсолютно правы также. То, что это делается только высокопрофессиональными музыкантами, это тоже так. То есть это редкий случай услышать реквием в уникальном, оригинальном исполнении. Дело в том, что вообще программа состоит, насколько я понимаю, из музыки еще и православной, да? Да, первое отделение. Классика православная. Да.
там и Березовский, и церковная, будем так говорить, да, ну, честно да, будем да. говорить, это церковная музыка, которая очень редко исполнялась. В связи с разными событиями мы не будем говорить о том, что в свое время ее просто запрещали. Угу. Она даже зачастую и в церквях не исполнялась, потому что она сложная. И ее не очень... Она украинская. И украинская, и поэтому ее... Только с недавнего времени. Это будет второе отделение или первое отделение? Это будет первое отделение, это будет акапельная православная музыка. Но вы знаете, тут что интересно, что ее будут представлять авторы, такие как Лысенко, Кирилл Стеценко, Николай Леонтович, знаменитого Щедрика знает весь мир. Но дело в том, что... Вы знаете, это не просто там церковная музыка, как мы скажем, а на высшем смысле духовная. Потому что там есть просто страницы среди этих произведений, настоящие шедевры, которые до такой степени вот отвечают каким-то высшим духовным вопросам, которые несет обычно человека, смысле жизни, его предназначенности, о радости какой-то, которая наполняет сердце, вот, например, в моменты Рождества, там, Пасхи и так далее. Все это хорошо очень известно нашим слушателям и нашим зрителям. Нина Георгиевна, давайте сейчас я скажу только два слова. Вы вспомнили Щедрик. Николая Дмитриевича Леонтовича, Щедрик впервые прозвучал в исполнении церковного хора города Тульчина, теперь Винницкой области, в соборе Тульчинском, поэтому это совершенно не церковное. Вы даже год можете назвать? Год нет. 1916. 16-й, да. И тогда, по-моему, Николай Дмитриевич там преподавал музыку в одном из... Да, реальных верно, училищ, да, что ли? Да, да. Вот. И поэтому Щедрик не церковная, конечно, музыка, но я представляю себе, когда он прозвучал в соборе, да, а потом вылетел из собора и полетел по всему миру. И сейчас, когда ты слушаешь это в исполнении американских, английских, немецких хоров, солистов, японских, да, в обработках, даже иногда изувеченных, но все равно узнаваемых, это уже стало мировой классикой, можно сказать. Да, точно. Я хочу вернуть вас к Одесской школе хормейстерства, хоровой школе. Это же не хормейство, а именно правильно сказать хоровой школе. Дело в том, что Константин Константинович Пегров, профессор, человек глубоко верующий, насколько я помню, он руководил еще и, по-моему, хором на втором городском кладбище. На втором городском кладбище. Дмитрия причем Носкова. Органично переходили студенты туда, да, ходили туда и туда, и в консерваторию, и в этот хор. Ну, там еще, кроме всего прочего, и была подработка какая-то. Но Константин Константинович основал вот Одесскую. Чем она отличается? Одесская хоровая школа, которая, в общем-то, может быть, и не существует. Но Авдеевский, Загрецкий, ну, я не буду перечислять. Лиознов. Шип, Василий Иванович, да. Огромное количество... Газинский, да, Любович, да, Иконник. Да, огромное количество. Они там еще можно да, расширять пантеон этот. Они заполнили практически музыкальные театры, стали руководителем хоровых коллективов. Они практически создали вот этот ореол собственной школы. Каким образом? Совершенно чем она верно. Отличается? Вы знаете, вот особое отличие очевидно в том, что Одесская хоровая школа выстроена на основах духовной музыки. Главный ее, в общем, вдохновитель Константин Константинович Пегров, он же регент, то, что вы только что сказали. И вот это вот духовное отношение к музыке, оно перенеслось и на светскую музыку. И, безусловно, во-первых, абсолютная честность, трогательность, щепетильность в отношении самого звукового материала. Константин Константинович Пегров создал собственную теорию интонации, которую, кстати, Анатолий Тимофеевич Авдеевский необыкновенно высоко чтил и работал над ней неустанно. И что интересно, вот хорошо, что вы спросили об этом, что как и Пегров, так и я не раз слышала от Анатолия Тимофеевича Авдеевского о том, что он воспринимает чистоту интонации как проявление чистоты души человека. То есть нельзя врать, нельзя фальшивить, лгать. Вот точно так нельзя лгать в музыке, фальшивить. И
Вопрос интонации, строя стал основным для детской хоровой школы, как для методики реализации хорового звучания. Но тут еще это только такой материально-духовный вопрос. Но еще важно то, что Пегров сумел создать какую-то свою особую специфику, колорит. Это был колорит неповторимых движений души, утонченных движений души. Вот то, что не может ни одна школа воспроизвести. Пусть меня прощают коллеги, я многих знаю, со многими общаюсь, тесно общаюсь, но ни Харьков, ни Донецк, бывшие наши, во всяком случае, коллеги там. В Киеве другой подход, более оперно-симфоничный. А вот такой глубинный, вот такой изумительно изысканный, сказать, что, тонкий подход, что, это Одесса. Вы хотите сказать, что хор, ну я смело могу сказать, что хор – это самый изумительный инструмент, придуманный человеком. Но вы самое главное говорите. Да, самый изумительный. Самый изумительный, вы правы. Это инструмент, который идет впереди всех. Впереди всех скрипок, альтов, труб, ну и так далее. Можно перечислять их много, но хор – это потрясающий инструмент. Я всегда с удивлением смотрел на дирижера хора, хоровых дирижеров, потому что вот Дмитрий Загрецкий потрясающе добивался пиано. Вот. Потрясающе. Это тоже один из таких аспектов одесского хорового звучания. Эффект не громкого пения, да, такого, да, коллективного, да, да, крика. Такого, да, крика в какой-то мере, да. А именно вот это пиано, это тихое, вот это очень чистое и очень проникновенное пение, которое проникает сразу в душу. Оно, да, сразу. Да, да, беспрепятственно. Да, оно просто мгновенно. Как воздух. Итак, да, концерт, который мы все ожидаем, он будет идти не только с хором, но и с симфоническим оркестром. Кто будет дирижировать всем этим? Ой, вы знаете, я очень довольна тем, что дирижировать был избран Валерий Иосифович Регрут. Валерий Регрут – молодой дирижер оперный. Но вы знаете, все его премьеры и все его выступления с неизменным успехом проходят. Может быть, еще и потому, что я его про себя втайне, ну, сейчас вот и для публики поделюсь, что я его называю человеком универсальным, человеком-оркестром. Потому что, имея хоровое образование, симфоническое и вокальное, он работает во всех этих трех... Он что, еще играет на чем-то? Ипостасях. Да? Он играет на своем большом инструменте, на оркестре. На оркестре. Он играет на хоре, это тоже инструмент его. И кроме того, он, главное, пользуется своим основным природным инструментом, голосом. Он солист оперы Одесской. Угу. Он исполняет сольные партии. То есть я не знаю музыканта вот с таким вот, знаете, букетом. Да, это, да, это не просто редко, это надо практически сказать, не бывает. Не бывает, да, мне кажется, честно, он уникален этим. Да. Но кроме того, еще сюда добавляется необыкновенная интеллигентность. Вот какая-то особая, знаете, вот в хорошем смысле, ну, царственность этой личности. То есть замечательный дирижер. Жду, что будет очень здорово. Последнее. Академический концерт. Танцев не будет. Видимо, потому что нет. Хор «Веревки» – это еще небольшой танцевальный коллектив. Может быть, коллектив. Какие-то сюрпризы. Вы знаете, не только танцевальные. Я вообще его называю Академией народного искусства. Песня народная есть, танцы есть, хореография, соответственно, современная в том числе. Костюмы есть такие изумительные. Народные инструменты, оркестр, солисты. То есть это, ну, просто большая академия, кузница кадров. Так у них еще и есть малые составы детские сейчас, молодежные. Подготовка к будущему исполнителю. То есть это хоровая, большая хоровая школа, прямо, да, скажем. Ну, а, да, огромная. Многоступенчатая. Да, и вообще роль этого хора вообще в украинской культуре уникальна. Совершенно. То есть это какой-то алмаз, понимаете, вот в украинской культуре. Несколько слов о просто о программе, потому что в программе здесь и Архангельский, и Гаврилец, и Березовский, и Лысенко. Что они будут петь?
Вы знаете? Вот, конечно. Дело в том, что мы уже как-то я это говорила. Написано говорить. Еще и другие. Кто и это другие? Ну, в принципе, я не всю программу знаю до конца. Я просто знаю, что это названы имена самых замечательных украинских авторов. Во-первых, из них, вот, как я уже говорила, Леонтович, Стеценко, Лысенко, вернее, там Кошиц, еще кто-то названы. Это последователи Николая Витальевича Лысенко. Но они, взяв за основу его традиции, его особенности, обработки украинской песни и подхода к украинской музыке, не только песни и танец, вот признаки нации, да, национального характера, песня и танец. Нет, Лысенко же пошел дальше, он раскрыл вот духовный такой потенциал нации, понимаете? Нина Георгиевна. И в этом плане, вот взяв вот это в основу, они еще свое, Нина Георгиевна, каждый скажите, свой пожалуйста, стиль показывает. А украинские композиторы, которые мало кто знает, по большому счету, действительно, ну, Лысенко знают, слышали Архангельского меньше, ГУЛАГ Артемовский. Архангельский русский, Александр Архангельский. Да. Ну, я имею в виду композиторы. Там есть шедевральные страницы. Духовные музыки. Просто надо слушать их. Духовные музыки. Ведь эти композиторы неизвестны, не широко известны в инструментальной музыке, в симфонической музыке. Они что, они больше хоровики. Вот Стеценко, хоровой. Например, Лысенко 44 года проработал с хором университета Тараса Григорьевича Шевченко, да. который мы знаем прекрасно в Киеве, да, этот университет. А вслед за ним работал его ученик Кирилл Григорьевич Стеценко. Понимаете, то есть это вообще как бы вот такая Украина же хоровая, певческая нация. Мы знаем, что в ООН вообще она на втором месте по количеству народных мелодий и их красоте после Италии стоит, да? И не вот знаю, поэтому... если честно, не знаю. А вот я вам это хорошо, что с удовольствием докладываю, такой прекрасный факт. И поэтому, конечно, если брать богатство украинской музыки, то, безусловно, это песня и, безусловно, это хоровое звучание. Поэтому очень многие авторы опирались в своем творчестве на хоровое. Хотя те же самые Стеценко, допустим, они писали великолепные фортепиано, и Косенко такой же, и Казак там, и другие авторы, которых много, Нищинский, Петро. Вообще работал у нас в Одессе, есть улица имени Нищинского, первое хоровое общество создал. Да. Тоже последователь вот этой вот Перемышевской школы и Лысенковской и так далее. То есть это вот такие, знаете, деятели, которые, может быть, не были столь тиражированы, но поверьте, у них есть такие гениальные страницы звучания, что они не уступают ничем, ни Петру Ильичу Чайковскому, ни Сергею Васильевичу Рахманинову в этом. Это изумительная музыка. И главное, что она, знаете, почему легко доходит? А в ней украинская вот мышление или, скажем, вот душа украинская, там есть смелость украинская, а формы классические, формы европейские. Вот такая красота. Я вот слушал вас и подумал, вы тоже поете, когда говорите о хоре. А, вот да, вы так. Вы поете, да. Вы тоже поете. Причем с удовольствием, и вас с удовольствием. Да, мы любим это да, правда. Да, это такая, понятно. Вот увлеченность и любовь, она сразу мгновенно проявляется, и она действительно сразу передается. Я думаю, что и зрителям, но мне точно передалась. Итак, концерт памяти Анатолия Тимофеевича Авдеевского. Это только для Одессы концерт? Вы знаете, я думаю, что... Не могу сказать абсолютно всех планов хора «Веревки». Ну, потому что он как скорее бы одессит, всего, при встрече мы уже будем узнать. Он одессит вообще по духу, по мысли, по сердцу, по своему творчеству, да. Но вы знаете, и по гулянию тоже, насколько я помню. Ох, он был очень в этом отношении интересным. Много рассказывал и он, и его замечательный товарищ, и по искусству, в том числе Григорий Семенович Леознов, который сейчас по сей день преподает в музыкальной академии. Они, когда встречались вместе, это надо было видеть, как они вспоминали свои похождения, которые, ну, просто являются анекдотами уже народными, да, понимаете? Да, да. Они такие были уникальные в своем умении и работать здорово, потрясающе, на высоких уровнях, и уж гулять по-настоящему вот так. Да, с юмором, с щедростью души, розыгрыши там не счесть было просто. Это уникальные люди. Итак, к концу. Почему нужно идти на этот концерт? Вот зрители, вот ваша камера. Почему нужно идти на этот концерт? Потому что концерт уникальный. Во-первых, тем, кто исполняет. Великий хор. Во-вторых, в честь кого исполняет. В память Анатолия Тимофеевича Авдеевского.
человека великого, человека, который возглавлял элиту, культурную элиту Украины. Во-вторых, кто исполняет? Замечательный хор и дирижеры. Наш оркестр оперного театра, блестящий оркестр, который в последнее время показывает рост, колоссальный рост. Ну и потом, молодой оркестр. Да, молодой. И потом, вы знаете, я могу ошибиться, но, по-моему, я не ошибаюсь. Я хочу еще уточнить. По-моему, таких концертов будет только два. Вот они будут больших, я имею в виду. Возможно, потом еще по всей Украине будет еще резонанс и будут какие-то свои роды. Но вот такой концерт в Киеве и в Одессе. В Одессе, потому что Одессу Анатолий Тимофеевич любил, как любят свою мать, как альма-матер. Знаете, то есть вот в этом особенность этих концертов, их больше нигде. Потому что он чувствовал себя здесь совершенно свободно, он приезжал домой. Он был здесь свой. Да. Да. Ну что ж, 21 марта, в котором часу, я не знаю, и вы не знаете. Давайте сразу договоримся, что мы не точно знаем, поэтому говорить не будем. Вечером. 21 марта вечером, оперный театр, реквием Моцарта, духовная музыка, симфонический оркестр и хор имени Веревки, а в принципе, можно сказать, имени Веревки и имени Авдеевского, если так честно. Браво. Да, до конца, да. Поэтому могу сказать, что на этот концерт нужно идти, потому что, во-первых, вы услышите замечательный инструмент, который называется хор. Во-вторых, вы получите огромное удовольствие от того, что вы услышите замечательные произведения в исполнении этого инструмента в изумительной акустике Одесского оперного театра. И это замечательно. Вы будете слышать буквально каждый малейший нюанс. И в-третьих, потому что этот концерт вряд ли повторится в ближайшее время в нашем городе. Спасибо вам огромное. А вам, пожалуйста, до встречи 21 марта. Спасибо. Доброго дня, шановні одесити, шановні прихильники мистецтва Анатолія Тимофійовича Авдєєвського. Ми запрошуємо вас всіх на вшанування пам'яті, вечора пам'яті Анатолія Тимофійовича Авдєєвського, який буде проходити в Національному театрі опери в місті Одеса. Тому ми всіх чекаємо на цей вечір, присвячений його творчості. Ви почуєте українську православну духовну музику, а також геніальний твір Вольфганга Амадея Моцарта «Реквієм», який Анатолій Тимофійович закоханий був цю музикою. Тому чекаємо вас на вшанування пам'яті цієї видатної людини, вашого земляка, одесита, для того, щоб ми до річниці його відходу в інші світи вшанували його добрим словом. Дякую вам.